Всех приветствую, меня зовут Данил, и мы продолжаем с вами играть в Мотор Депот. И сегодня мы еще с вами, оказывается, не катались на таком вот УАЗике 3303. Головастик, буханка, или называйте как вы хотите вообще. Масса 1,7 тонна, максимальная скорость 100 км, мощность 76 лошадей. 4500, работа продукты, молоко, конечно, вообще невыгодно на нем работать. И если вы решили фармить деньги, то это, конечно, не самый лучший вариант, будем говорить так. Но мы сегодня прокатимся, потому что он интересная машина. Пишите в комментариях, кто на таких катался. Будет интересно почитать. Мы повозим с вами молоко. Потому что, ну, белое ставим. Потому что как-то неохота на нем что-то другое возить, но молоко хочется повозить. Так, что у нас тут еще? Давайте. Колпаки. Колеса. Я не знаю, какие лучше для этого УАЗика. Пускай такие будут. Так, ну а салон... Ну, салон как салон. Тут как бы от буханки салон, но морда то же самое, тоже от буханки. В принципе, наверное, все. Да. Ну, погнали тогда работать. Нахожусь я в онлайне, ребят, как обычно. О, реклама на автобусе. Надо будет когда-то с рекламой поработать будет. Так, включаем фары. Ну и погнали грузиться молоком или куда мы там едем. А не, мы едем куда-то. Нахожусь, короче, я... комнате с моим любимым названием «Все работы 30+, дети мимо». Погнали. Получается, мы грузимся не здесь, а по идее мы на этот склад должны привезти, да? Я бы не работал на этой работе. И нам нужно ехать либо в Емшево, либо в Озерцово. Ну, давайте, наверное, в Емшево поедем, потому что ближе. А там посмотрим. Может, еще и в Озерцово катнем, потому что... Вот молоко. Потому что туда у нас быстро ехать, в Емшево, и обратно. Хотя, погляди, может, что-то произойдет, что-то затянется. Это мотор депот, это возможно все здесь. Так, тут активное движение, я смотрю на дороге. Вот Урал у нас тут появился. Так, что тут? Да, на тебя обгоним, чтобы с тобой не ехать. Хотя тут пост ДПС, ну не оштрафуют у нас. Не такая большая скорость. Помогите, застрял в комбайне. Как можно застрять в комбайне? Ну, опять же, это мотор депот, это возможно. Интересно, головастик, вот реально головастик. Особенно у него эта бочечка маленькая. Я, кстати, таких УАЗиков не видел молоко. Вот водовозки такие видел, а вот молоко не видел. Я в основном видел тентовые и бортовые. КамАЗ тут по правилам у нас поворотнички включает. Кстати, посмотрите, какой я маленький по сравнению с КамАЗом. О, глядите. Там обгоняем Владоса. Какой я реально маленький там. Ух ты, ух ты. Все, притопим. Короче, он динамичный, 100 км он уже едет. Вообще нормас. Правда, его как-то удержать трудно, его носить начинает. И приходится рулем во все стороны крутить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Чуть в этот, в мост не влетел. Не надо нам такое. Нам такое дело не надо. Все. Нормально едем. Пожалую. Нормально. Тем более ехать тут недалеко. Да, скорее всего, мы сегодня два рейса катнем, потому что иначе туда-обратно это будет... быстрая работка, значит, поедем еще и... Куда у нас там? В Озерцово или куда-то там? Еще можно. Ну, видите, две точки. 6 километров и 2. Вот я выбрал куда 2, сейчас поедем. Слушайте, по-моему, даже больше 100 едет. Нормально, да? Не знаю, сколько он в жизни, но мне кажется, в жизни его можно до 100 раз раскочегарить, по-любому. Дальнобойщик. Мне кажется, реально, его можно раскочегарить до 100 и так далее. Интересно. Здрасте. О, спасибо. Как взять новую машину ВАЗ-21106? Чтобы ее взять, нужно заплатить, потому что она донатная. Ну, как-то так. Какое-то у него отдаление большое, камера сильно. Не знаю, то ли мне так кажется, то ли это машинка такая. Скорее всего, это то, что даже машина не назвать. Грузовичок какой-то. Даже не грузовичок. Хотя она в грузовых тут у нас. Не, ну это, по сути, грузовичком-то считается. Вот это вот. Даже не знаю, как ее назвать. Ну, головастик, реально. Что сюда еще можно поназвать? Если у вас есть какая-то интересная кличка для этого УАЗика,
Ну, кроме того, там головастика, буханки. Напишите в комментариях. Интересно. А самую интересную кличку, может, я даже закреплю. Десять мы на нем можем ехать, 105-110 это его максималка. Мне кажется, можно даже хорошо постараться до 120, хотя на 110 уже отсечка у нас идет. Так вот, держите права, не права, а права. Бывает. Так, это Емшево, нам получается... Это же Емшево, не Пертуры. Не, это Емшево, нормально. Так. Ой-ой-ой, это нам получается поворот. Чуть-чуть не забыл, сейчас бы прямо поехал куда-то. А потом думаю, куда, блин, ехать? А нам нужно повернуть. Так. Вот сюда, да-да-да, тут же у нас вон находится... Я не знаю, как это молоко... Ну, не молокозавод точно, но какая-то фермочка молока. Как ее здесь правильно называть? Молокозавод, мне кажется, там цистерна такая, куда мы Вадрин возим. Как это, в общем, называется? Я к вам сейчас на фуре пригду. Пригду. Что значит пригду? Можно же приехать, но не прийти. Один я на тракторе. Так, тихо-тихо. Заносит его, конечно. То, что он такой маленький, динамично его заносит. Так, да. И куда мы... В Серпов. А, ну туда же, получается. Да, в эту. Ну, рядом с базой. Хорошо, погнали. Поглядим. Ну, я думаю, займет столько же времени, сколько мы сюда тоже ехали. Одинаково. Совершенно, ребят, одинаково. Притопим КамАЗ, который мы обогнали. Потихоньку доехал. Ну, скорость у нас гораздо быстрее, чем КамАЗ. Это, наверное, на километров 20 целых отличаться будет. 15. Как минимум. Блин, а буханка в игре столько же валит, не? Вот это наша. Которая чистая буханка, а не головастик. Это я не помню. По-моему, она, мне кажется, меньше ехала. Или так же. Ладно. Так. Вау-вау-вау-вау-вау. Сразу на встречку. Хорошая погода. Вот, да. Солнышко. Какой-то лаг произошел, игра зависла. Едешь, видишь, картинка просто остановилась. Ну, вроде разлагала. Едем дальше. Не знаю, что это связано в этих онлайнах. Постоянно какие-то лаги происходят. И, по-моему, залагало у всех. Или не только у меня, я представляю, у меня залагало. Я посредине стоял или дергался для всех там. А как раз, блин, на встречке встал. Помешал, наверное, всем. Ну, кто ехал. Рядом никого не видел, хотя сколько я там стоял, мне кажется, кто-то мог бы уже за это время приехать, объехать, обогнать, врезаться, повредиться и... или еще что-нибудь там натворить. Это, ребят, все возможно. Да. О, зависла игра. Мандарин тоже пишет. Да, Мандарин, у меня тоже игра зависла. Есть такое дело. Есть такое дело. Я сейчас еду, у меня на газ не жму, он сам едет. Меня шторок вот опускал, да? А у меня, там, как сказать, палец был на педали газа. Я одной рукой шторку отпустил. И все, теперь у меня газ сам едет. Я просто управляю, моя правая рука, она свободна. Поэтому нормально. Разве что, да, передачи переключать. Но если ты на автомате едешь, то да, свободно будет. Хоть кофе пей, да, хоть чай пей, хоть ешь что-нибудь. Нормально. Матвей Алексеевич, страховку, права и документы. Блин, так если посмотреть, стильненько еще выглядит. Вот такой к-
колпаке вид придают. Они, кажется, не так буханки сильно вид придают, как этому головастику. Прям нормально так. Колпаки здесь вместились, мне так кажется. А почему и нет? Нормально. Все, доезжаем, можно сказать. Последние у нас километры. И да, стартанем, скорее всего, с Умивозерцова, потому что иначе мы так мало сами проедемся. Сколько? 10 минут с вами едем, надо бы еще столько же. Как раз, я думаю, столько же мы в Озерцовое потратим. Плюс-минус минут 5 добавим к этому всему. Нормально едет, так главное, на тормоз нажимаешь, и все равно начинает потом, когда тормоз опускаешь, набирать скорость. И сам при этом на педаль не нажимаешь. Прикольно, да, такой круиз-контроль некий у нас здесь. Такие рекламные щиты, блин, баннеры такие. Я их как-то даже и не видел. Дальнобойщик у нас тут стоит. Ух ты! А я забыл скорость сбавить. Я про ДПС вообще забыл. Надо было тут уже скорость сбавить. А я лечу, блин, так, на круизике своем. Нормально. Ладно. Ничего страшного. Не обеднеем, тем более сейчас. Сколько мы там... Так, сколько мы вообще тут платят? Прикол. Это ж надо такой выворот взять и влететь в забор. Нормально, кто так еще может? Только я. И чего это мы так? Круги будем, да? Почета наматывать. Не, нормально. 5500. Конечно, хрень. Ну ладно, погнали мы, наверное, сами сейчас. Зерцово, может, туда больше дорога будет, больше заработка. А вдруг у нас все-таки просто заработок больше, чем мы ехали с Емшева. Все-таки с Емшева меньше ехать, да, а с Озерцова больше. Так, Озерцова, он как раз на большое скопление. Ну, погнали, да. Как раз там на серию нормально будет. Педали лучше отпустил, потому что, как видите, он крутится, да. Управлять уже неудобно, когда на маленьких скоростях. Так. Не забыть, что здесь ДПС, чтобы не штрафанули. Спокойно проехать дальше. Дальнобойщик тасуется также. Никуда не уехал вроде. Все здесь же у себя на месте. Чат открыл. Так. Нормально. Ой. Куда ты это своими пальцами нажал уже? Три пальца. Сейчас бы еще и вышел бы с игры, вообще нормально было. Нам еще нужно отвезти. Как-то. Точнее, загрузиться и привезти. Отвезти, привезти. Не, сейчас сперва отвезти. Короче, загрузиться, отвезти. Или можно привезти. О, еще один головасик погнал. Так он прям весь синий. Кстати, да, кабину надо было в синий покрасить, мы бы тогда соответствовали нашей бочке. Так она, знаете, как не белая, а серовато-белая, да, такая. А бочка прям сине-белая такая. Кабина была бы синяя, мы прям под стиль бы входили какой-то. Блин, реально. Надо было, короче, покрасить в синий цвет кабину. Ну ладно. Просто синих буханок я вообще практически не видел. В основном таких головастики зеленые и белые, все. Но в этот синий можно было прикольно бы как окунуться. Под стиль как раз бочки нашей. И вообще было бы красиво все. Блин, не допер. Я там только зеленый выбирал, синий или пропустил, или вообще не заметил его, что он там есть. Ну ладно. Бывает. И такое огорчение. Ничего с этим не поделать.
Так, ну прям заносит нормально. Сейчас уже куда-то в знаки улечу. На такой скорости так управлять им. Можно и влететь. Это чревато какими-то последствиями. Но скорость нормальная, то есть можно какие-то дальники на нем преодолевать. Рейсов на какие дальники, конечно, у него нема. Какие у нас это дальники? Адрин, Лаптар и туда, она куда-то обратно, в те степи. Но преодолел, мне кажется, это расстояние очень даже быстро здесь. Очень даже быстро. Суетолах, кто со мной в рейс? Это не тот суетолах, который когда-то у нас там в каком-то видео суету наводил. И в чате, и в этом, где. Ну и здесь по карте вообще. Так, где-то я скорость снизил, не пойму, что она падать начала. Газ перенажать. Нормально, вроде ехали тут, бац. Падать начала, это не дело. Давай топи. Топи, не спи. Немного стрека до 110 не доходит, мне кажется, 107-109 где-то так. А он на тракторе. Мне показалось, он или пьяный как-то. Или он к обочине прижался, или он туда-сюда влево-вправо ехал, как пьяный тракторист. Ну, в принципе, в пределах деревень это нормально видеть. Мотор депо так и подавно. На встречке его прям выкидывает. За сплошную залетает нормально. Прям этот автомобиль у нас. Мне кажется, буханку так не носит, как этого носит. По-любому. Кажется, что-то тут не то. Салончик, как салончик. Уютненький. Ну и само собой рабочий такой. Ну какой, блин, салон в буханке будет? Для его УАЗики. Это вполне такой же самый. Нормальный. Ага, вот мы уже приехали. Так. Что это за скопление здесь? Переговоры какие-то у них. Дальнобойные. Или придавил кто-то кого-то. Или разговаривает. Блин. Тут Мас так встал. Спасибо, что ты прям полностью не перегородил дорогу. Но пол дороги уже кузовом своим закрыл. Так, принять. Ну да, туда же везти. Значит, поехали. В серп, да. Ну, ни в какую большую степь мы не повозим молоко. У нас только тут две точки и все в одно место. Блин, ну реально, что тут у нас вставали? Работяги. Общаетесь, да? Ну ладно. КамАЗ стоит нормально. На обочинке, никому не мешает, дорогу не прикрывает. А тот МАЗ поставил... Пол этого закрыл. Дорожки. Так, едем. Темнеет уже. Как-то запосмурнело. Возможно, ливнет дождик. А может, и не ливнет. Как это у нас тут динамичная погода сделает. Сейчас увидим, сейчас узнаем. Ехать нам нормально. За это время, я думаю, дождь, если захочет, он пойдет. Ну, или если не пойдет, он... Собственно, не пойдет. И все так, по такой же траектории, по такой же дороге. Вперед. Точнее, назад. Ну, вперед, но назад обратно. В таком смысле. Именно. Или есть 110, даже не знаю, по-моему. Не, ну с горки точно 110 есть. Так, стрелка до 110, но немного не хватает, немного не ложится. А с горки, да, мне кажется, 110 там все по-любому будет. А может, ну, 120, навряд ли. 110 100% будет. 110 будет 110%. Вот так вот даже. Как-то что-то скорость мне не чувствуется. Или это мне так кажется.
как-то замедленно все. Это я уже не ощущаю скорость такую. Ну, не ощущаю, у нас, наверное, из быстрых грузовиков последний был это газелька, которая там кое-как 120 могла ехать. 110-120 так же, как этот головастик. О. Трактористы у нас там дорогу уступают. Ну, правильно. Как-то вместиться, особенно фура. Я и вперед. Да они там, да, пишут, езжай вперед, езжай назад. Друг другу уступает. Нормально. Светолох уже бензин предлагает. Либо для суеты, да, бензин, либо бензин, чтобы кому-то помочь. Мало ли. Кто-то закончился бензин. Так. Кто-то закончился бензин, он приедет и... Либо обольет машина, либо... Ну, я надеюсь, просто заправит, поможет человек. Это ж суетолог. Что ожидать от этого суетолога? Ну, суету, наверное, да, логично было бы. Какую-то суету ожидать. Там даже и не знаю. По-моему, у нас кто-то поехал, блин, по обочине возле деревьев. Странно как-то. Или текстуры в зеркале прыгают, то просто текстура прыгнула. Мне показалось, что кто-то поехал. Интересно, конечно, ладно. Подбираемся потихоньку уже к городу. Реально, мне кажется, даже меньше 10 минут ушло. Ту в эту сторону как раз справились. С такой скоростью. Гораздо быстро. Как раз берите, если возите молоко на этом головастике, берите. Оба. Ух, не гада, как он телепортнулся, блин. Был там и долю секунду там. Все, уже впереди меня. Кого-то нула постоянно хикает. Что за нул? Кто такой нул? Почему в каждой комнате, куда я зайду, постоянно его кикают? М? Кто знает. Короче, если... О чем я там говорил? Если хотите как-то заработать деньги, да, повозить молочко здесь, то сразу два маршрута берите, там вам по 5000 заплатят, то вы там на десятку с лишним выйдете. Ух ты, тихо. Что-то они там встали, я уже заговорился, улетел куда-то. Еще вид камеры поменял. Поэтому берите и как-то так. Ну, более-менее в плюсе останетесь. Если, конечно, не попадете в какие-то там аварии, да? ДПСники вас не оштрафуют. Плюс-минус там десятку с лишним заработаете. Совесть имей. Так. Все, да? И поворачиваем. 3 часа. А начинал я, по-моему, в 6 часов заходил в комнату. Было 6 утра. Все, уже и разведнилось. Таки дождик не пошел. Значит, еще не дождь. Еще рано. До дождя еще рано. Сейчас хоть нормально залечу. Да, нормально, не как было в прошлый раз. Так, а что она там вообще красным писала? 5500, ваш кузов... А, ну понятно. Так, ну получается мы все. Едем обратно. Ну, в этот в гараж у нас. Как я и говорю, с утра выехали. Ой, с утра выехали, вот вечер. Рабочая смена отработана у нас. Как раз с утра и до вечера. Все как нужно. Все как полагается. Так, ну он такой маленький, мне кажется, должен нормально сейчас залететь. Ну, почти нормально, черканул все равно все, что можно. Здесь припаркуемся к КАМАЗам. А, это один КАМАЗ, водителя нема. Пошел, Дима, пельмени кушать. Ну, мы туда сейчас тоже пойдем. Большое спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями. Ну, не пропускайте новые видео, нажимая на колокольчик. Меня зовут Данил. Всем добра, всем мира. До новых видео. Ну и всем пока. Пока.